Но перед началом данного видеоролика, ребята, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал, чтобы не пропускать интересные видео. Ну, мы начинаем! И всем привет, ребята, почему моего канала? С вами я, Алексик. Мы будем 5 челов 4 раз. Теперь последний раз я начинаю пиарить. Нет, не последний раз, а теперь я буду пиарить по 5 дней. Это слишком долго, но из каждый день делать пиар. Это 4 раз я делаю пиар. За 4 дня я сделал 4 пиара. А я там не снимал по Брауле, по Бокмангу, по... Сколько еще? Ну, Бокмангу, Брауса с Майнкрафт, ну, и Роблокс буду снимать. Это через... Ну, завтра у меня не будет видео. Ну, не знаю, может быть, я буду заниматься своим вторым каналом. Я там делаю пиар в прошлом серии. Но, ладно, хватит. Дел Мухаммад Ют. Сделать ему 55 или 60 подписчиков. Он сделал меня пиар. Вот. Там я, Мухаммад. Ну, почему-то... Вот, смотрите. Ют. И сегодня я пропиарю один канал. Он странно называется... Есть, чел, меня зовут Лексик. Лексик, запомни это. Мне правильно называется Лексик. Почему вам все трудно? Мой канал называется. Ну, вот второй Гамиза. Вот там Гамиза еще. Ой, другое видео. Вот Гамиза, просто называйте меня Гамиза там. Ну, ладно, сделайте 55 или 50, или 60. Если у вас добрая душа, подписывайтесь на канал. Но идем к следующему челу. И у нас следующий чел. Гены, Тимос, Бамбос. Но у него 173. Сделайте 175. Или 180. Ну, уверен, 180 сделайте. Пожалуйста, подпишитесь на него. 180 подписчиков сделайте, я вас умоляю. Хоть я его первый раз в своей жизни вижу. Я не жизни. Первый раз его канал вижу. Но это последний чел, который буду пиарить. И через 5 дней будет пиар. Но видео у нас кончается. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на мой канал. И, ребята, сейчас покажу, как надо подписываться. И несколько раз покажу, как надо. Вот видите, красную кнопку подписаться. И прямо вот здесь, видите? Сейчас. Вот, видели? Видите эту красную кнопку? Тык! И колокольчик. Вот. И вот так вы подписывайтесь на мой канал и на них. Я оставлю на них ссылку в описании. Ну, видео кончается. Если вам понравилось это видео, ну, я говорил, ладно. Всем до скорой встречи. Пока!